Блин, такое предысторию сказать. Ладно, в общем, как всегда, я без шляпы. Это грустно. Ну что поделать, добудем шляпу. Так, у нас есть два квеста. Даже три какая-то. Поехали туда. Мы потеряли в прошлой серии лошадь, если вы помните. И это было обидно. Да чтоб тебя. Как он так сохраняет? Я только поехал. Такой, сохранить? Господи, я же играть только начал. Сейчас я смогу догнать этого барана. Не, эта плотва еще не продуманная. Да, ей еще качаться и качаться. Эх, плотвень, плотвушечка. Жалко то, она такая молодец была. Блин, это покормить, наверное, надо, я не знаю. Тупо через лес. Нафига мне все эти развороты, повороты, дороги? Я и так доберусь. Но мне что-то мало жизни. А почему? Эти не могли стрелять. Так, на, поешь. Леденец опять? Ну, нет, сахарок. Чистить Б. А чего у него жизни-то мало? Ты молодец. Ну-ка, а если я сейчас еще и дам, мне жизни увеличится? Да, растет корень лопуха. Молодец. Вот. Видите, не зря. Теперь у нее и жизни, и она довольнее. Опа, 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 опа. Шляпа, не шляпа. Блин, а если я поеду вниз, наверное, мне не туда, да? О, какие-то куропатки водятся. На, мне лучше поверху ехать. Ну ладно. Доверимся дороге. Эх, лепота. Хорошо раньше было. Живешь чисто для того, чтобы жить. На, это же город. Он ближе, чем я оказался, чем я думал. Я очень... Ты? Может, дадите пару центов? Кому? Стань денег, да? Кому дать пару центов? Кто здесь просит денег, я не вижу. А где ты, я тебя не вижу? Ладно. Опа. Чей-то лагерь. Так, а мне сюда да надо. Пока туси тут. И кто здесь должен быть? А, ты? Пафосно стоишь. Ну что? Тебе лучше? Как твой шрам? На мне быстро заживает. Везет. То есть ты просто бездельничаешь или у тебя есть зацепки?
Кое-что есть. Видишь их? Конечно. А что хочешь теперь стать погонщиком скота? Может быть. Пошли. Так, куда именно мы направляемся? Доставим кое-что. Что поможет понадобиться нам взрелить овцу? Знаешь, вся эта таинственность, она пошла бы дальше, но ты просто выглядишь глупо. Идем. Увидишь, что дельце с поездом было неплохим. Пока мы не вернемся в Лектор забрать свое. Что? Да вы так быстро крепитесь. Ладно, пусть трепится. Как я веду ее? О, прикольно. И куда мне надо идти-то? Так, сейчас уберу метку. За мою голову вообще-то здесь, в этом штате, этот, 300 бачей, знаешь, да? Чё смотришь? Чё идёшь? Дерзкий сам, а? Так куда мы идём? Нам нужно кое-что взять. Лекарство? Коновязь вон там. Ну ладно, давай, перевяжем тебя. Это я знаю их. Давайте на. Тебе нужно жизнь остановить. Поешь еще. Ты молодец. Хорошая лошадь. Оружейная лавка? Да, можно идти туда и купить снайперскую винтовку. Потом объясню. Отдел винтовки. Ноль баксов? Ствол. Нарезной оптический прицел. О-хо-хо-хо. Не, ну против охотников мне надо будет... А чё я по деньгам? 500 бачей, да, изящ. Могу себе позволить. А ствол лучше не могу, да? Ну ладно. Стили. Металл. Так, боеприпасы. Чё по боеприпасам? Скоростные патроны, патроны обычные. Чё такое? Урон. Пусть чуть-чуть всех будет. Всё. Отличненько. А чё я поменял? Справочник винтовка, модификации. Ковбойский револьвер. Это вот то, что мне... двухстволка, помповая... Так, ну... Это то, что... О, нож можно модифицировать. Ну-ка. Стили. Металл. Клинок. Типа золото. Чё такие дорогие вообще, ужас. Кстати, ну, допустим, ковбойский револьвер. Чистка оружия нафиг надо. Стойте, а как насчет каталога?
меня одна идея появилась. Тут есть ножи, револьвер, пистолет, карабин, винтовки, дорогие боеприпасы, аксессуары. Что такое аксессуар? Продано. Патроны. Что это такое? Улучшение патронажа. Увеличить максимальный патронтаж карабину, винтовки и дробовику на 50. Да ладно. Замедляет износ всех оружий на 10. О-о-о. Увеличит максимальный патрон к револьверу и пистолету. Не, а что бы не взять-то? Хоп. 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 Спасибо, сэр. О, я теперь обвешан на щеках, не знаю кто. Так, ну в принципе нормально, да, мне нравится. Поехали. Ну что, готов? Молодец. Интересно, эта лошадь может качаться больше? Или мне надо будет убить и забрать какую-нибудь нормальную лошадь? Почему ты не мог это сделать? Сделать что? Купите винтовку. У меня с продавцом вышла ссора. И теперь у нас не лучшие отношения. У тебя вышла ссора? Да, у меня вышла ссора с половиной этого города. Ха, не кипятись. Ты ведь уже купил ее, так ведь? Почему ты так юлишь? Что ты там задумал? Вечно ведешь какие-то игры, черт возьми. Я? Это ведь не я хожу с Джеком на рыбалку. Конечно, не ты. Если ты говоришь, что это не твой сын, то какая тебе разница? Ты, наверное, все равно потом снова сбежишь. Почему ты так интересуешься моей жизнью? У тебя разве нет своей? Просто делай что-то одно. Две жизни не проживешь, это все, что я хочу сказать. Это не так просто. Ты же и сам все прекрасно понимаешь. Там же было у тебя там и с девушкой. Мэри? Да. Все было совсем по-другому. Нет. Было то же самое. А теперь ради всего святого. Скажи, зачем ты притащил меня сюда? Или я развернусь и ускочу прочь? Ну, акционеры гонят с ранчо скот. В городе поговаривают, что владелец пытается поднять под себя все фермы отсюда и до бла-бла-бла. Да, я знаю это место. И мне чего-то убить надо. Давай поднимемся на ту гору, оттуда должен быть хороший обзор. Ну да, с моим-то прицелом. Максимальным. Блин, ну у меня дикая лошадь, я не знаю, наверное, надо будет другую взять. Если она качаться не будет. Я свою клячу так долго качал, но вот мы поднялись. Стадо благополучно дойдет до аукциона, но всю выручку заберут пара новых погонщиков. Вряд ли город захочет разбираться, кому платить. А зачем нам винтовку, которую ты можешь купить сам? Я считаю, нам не стоит подходить близко. Прежде надо узнать, с кем мы имеем дело. Посмотри, что получится взглядеть с этого места. Ого. Я не могу ни открыть ни то, ни сё. Далековато собрались. А чё, ближе не могу? Выстрелите в землю рядом с работниками раньше, чтобы отпугнуть их. Похоже, вон те из трусливых. Положи еще одну пулю рядом с ними и... А что делать? А, он не из трусливых. Все понял. Вот то, что надо. А как по типу патрон менять?
Сядьте на лошадь. Блин, здесь не будет видно здание, типа иди там, прогони то. Хотите к стаду. Скорее всего будет, да? А, то есть мы просто хотим забрать стадо и пихнуть его, да? Мне этот больше нравится. А? Стадо, стадо, давай соберем всех животных. Привезти кадишу стадо, чтобы вернуть их в стадо. Не. Зверинец. Пошли назад. Назад, назад. Чтобы они боялись. Быстрее, быстрее. Знаешь, бей своих, чтобы чужие боялись. На, где вы тут? Пошли, 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 пошли. Давай, 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 давай. Ну, другое дело. Осталось выживший 14. Знаешь, Мерсон, предоставь мне заниматься овцами, ладно? А ты поезжай рядом. И погляди со стороны. Но это ведь... Поверь, так будет быстрее. Что? Именно так надо? Пошли, пошли. Вперед, вперед. Идем, 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 идем. Блин, как я люблю такие задания. Оп, 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 оп. We're taking them to Valentine, right? А я их гоню куда надо. О, лошадь доверия увеличилась, отлично. Давайте, 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 давайте. А долго мне их так гнать? Вы дубу дали? Вы дубу дали до города догнать, алё? Я могу пропустить это дебильное задание? Это же отстой. Давай, давай, давай. Животное может отстать или оторваться, оно не будет двигаться с остальными. Я ему останусь, блин. Давайте, вперед, вперед. Ер. Давай, давай, давай. Я тебя на шашлык пущу иначе. Да я почищу тебя. Чё ты так засираешься? Это я не понял. Давай, баран, пошел, пошел, пошел. Вперед, говорю, вперед! Вперед, по-хорошему! Закрывайте, парни. Ну вот. Отличные овцы. Неплохие. Немного увидели овец, которые были лучше этих. Я видел овец с менее подозрительным происхождением. Да, гораздо. Вы на что намекаете? Я намекаю на то, что вы отдаете мне 25% выручки, а я буду держать рот на замке. Здесь все в порядке, простите. Конечно, я вас прощу. В общем, на 25%. Может, все еще одну дырку в башке сделать, а?
Наказание за гон скота виселица. 25%. 15, 20, 18. По рукам. Не злись, приятель. Считай, что я покупаю ваши грехи. Покупатель ты. А покупаешь ты, оплатим мы. Идите. Dutch is waiting for us at the saloon. Yes? Ща тебя почищу. Где ты засралась, я не понимаю. Салун? Господи, мы что, каждый раз будем в салуне? Ведь мы сгрелись на 18, так и 18%, а я-то думал, что это мы грабители. Все равно навар неплохой. Спасибо за твою помощь. Не умеешь гнать скот, не умеешь плавать. Слушай, хватит, да? Мы ведь уже не дети. Мы никогда ими не были. Оп. Так, секунду. А, чё? Пошли, я угощу тебе виски. Не получилось ударить лошадь. Было бы прикольно, да? Джентльмены. Дач, Леопольд, где вы пропадали? Работали. Дело Марстона. Хорошо. И мы ждем, когда нам заплатят за... за овец. Леопольд, мой добрый друг. Раз уж ты здесь, почему бы тебе не пойти с Джоном и проследить, чтобы все было хорошо, разумеется. Джентльмен, выпьешь? Ага. Ничто так не сушает мозги, как беседа со старым Штраусом. Надо было ставить его там, где я нашел его много лет назад. Начитанный маленький австрияк, только с корабля. Но я думаю, у школы благородных девиц Дэн Вардин странный выпускниц. Это так. Твое здоровье, Артур. Вандерлинде! Выходи! Выходи сейчас же, черт возьми! Вандерлинде! Ты меня знаешь? Но продолжаешь меня грабить? Меня зовут Левит Корнуолл. И я тот человек, с которым типом наподобие лучше не связывается. Поняли? Выходи, или я убью этих людей. Что скажешь? Выходи, но я грязный кусок дерьма. Начинает заговаривать ему зубы. А я начну действовать. Если бы позволял ли... Сегмен. Да. А как? Что я буду делать-то? Разберемся с этими другами. Джентльмены, произошла ужасная ошибка. Вы их с кем-то спутали. Что гораздо хуже, чем обвинять одного человека в грехах другого. Удерживайте этап, чтобы заполнить шкалу. Воу-воу-воу! Где мой дробаш? Алло! Лошадь! Где мой дробаш?
А? Шапочка. Стойте, я дробаш найти не могу. Я-то понял, что снял его, а дробаш-то где? Так, ни лошади, ни дробаша. А, вот этот револьвер. Ты нашел, что заменить? Да господи, я же оружие менял. Мне дробаш не дали. Нафига мне... Блин. Ладно, придется всех убить сначала. С этого надо приноровиться еще бить. Что? Мне, по идее, нужен хороший ствол. Мне стабильно не дадут им воспользоваться, да? Блин, я хочу голову им попадать. Ах ты ж гад. Что, что такое юркий? Ай-ай-ай-ай! Так, плохо дело. Ладно. Да-да-да, просто уйдем, ага, ща. Просто... Умрите. Да тут бегает, да? Так, плохо дело, мне почему-то сожрать. Кто тебя ранил? Где? Я не вижу его. Капец, мы тут полгорода повалим. Печень. Пум-пум. А, кстати, мне Штрауса поднять надо. Я забыл про него. Пистолет профукал. Фига себе. Давай, Штраус, пошли. Так. Как ты еще выжил тут? Его весь расстреляли. Блин, столько лута валяется, которое собрать не могу, отстой. А типа они не могут уйти, я пока пособираю, нет? Убедить, что за нами никто не увязался, и мы вернемся в лагерь. Соберись. Соберем людей, отправимся. Конечно. Нам нельзя здесь оставаться после такого. Поехали.
То есть мы будем менять лагерь? Да ладно. Что за перестрелка? Вот это другое дело. Но мне не дадут, да, налутать их. В топку все это, а? Поехали, поехали, поехали. Ты скачи, скачи, давай, потом отдохнешь. Чё ты делаешь, лошадь? Ты убить меня хочешь? Почему здесь стоит у меня? Ты должен быть. Ближний бой. У меня шляпа-то есть? Нет, ты шляпы нет, ужас. Черт. Сняли. Молодец. Пусть ведут расследование. Сейчас я им покажу. Кто еще хочет получить? Сердце, да, наверное? Все, другое дело. Так. Что здесь дает нормальной жизни? Сейчас ограбим и пойдем. Возможно, тут есть то, что мне нужно. Человек кто-то бежит. Сколько вас тут? Вау, много. Поскакали. Ай, 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 ай. Уходим огородами, огородами, огородами. Беги, лошадь, чё творишь? Давай! Hey, okay, все хорошо, все не так плохо, как могло быть. Хаба. Все, минус один. Уходим. Главное уйти. Во, во. Еще они такие приставучие-то, а? Интересно.
не могут вечно меня искать. Лошадь, прости меня. Ну и где они? Оп, а! Все, уходим, уходим, уходим. Так, кормить. Конечно, хорошо тебе досталось. Не так хорошо, как мне, конечно. Так, а чем бы себя покормить? О, глаз восстановит. Фух. А, то есть часть мне осталась в лошади, да? То есть часть я мог поесть, а часть нет. Так, в общем, у меня есть задание вернуться в лагерь. Я так понимаю, это плохо, да? Ну, по времени можно смотаться сюда. Блин. Уф. Используй АКУ. Тихо, тихо, тихо. Все кончится быстро. Черт, убежал. Мне нужен лут. Че, по времени? По времени у нас еще время есть. О, лекарство для лошади. Ты не переживай. Патронов мало почему-то. Куда ускакала лошадь? Не вижу. Ну и да ладно. Что там, кто там, кто там, что там? Ты думаешь, что лучше всех? Кто свидетель? И чё? Да, свидетельствовался. Закрыл глаза, говорю. Боже мой, свидетель убийства. На теперь все, безголовый свидетель. Если он думает, я добрым буду, ага, ща. Лошадка, ты как? Ты молодец. Все так, а что тот чувак хочет? Тебе нравится эта девушка? Так прояви себя, и она сама к тебе пройдет. Да? Я давно ждал. Поверь мне, парень, в этом мире не все так просто. Стань одним из них. Спасибо, мистер. Надеюсь, вы правы. На.
Хорошо. То есть именно сейчас, да, это сделал? Когда он стал свидетелем. Я не могу убить его, чё за отстой? Где свобода выбора вообще? Вот топорик. Томагав — хорошая вещь. Ладно, поехали. Нам еще стольких надо убить. Свидетель убийства тоже мне. Откуда только берутся эти все свидетели? Потом говорят, что-то у нас убийств стало много. О, награда 300. Та-т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 а. Тяжела жизнь. Просто надо лошадей тоже грабить. Я не знаю, как грабить живых лошадей. А, бренди, я же говорю. Не понял. Да вы запарили меня. И все. Вот нафига вы были свидетелями? У меня шапка же есть? Есть. Едут зачем-то. Создают все проблемы, не берегут себя. Вы подумайте, для чего вам это надо? Какой-то домик. Что такое, приятель? Привет. Чем могу помочь? Я просто смотрю. Мы из древообрабатывающей компании. Я старший мастер. Мы только начинаем. Но скоро у нас появится отличный лесоматериал из большой долины, который вы сможете купить. Буду иметь в виду. Мы отстаем от графика. А вы глядите на этих болванов. Ни у кого из них нет мозгов. Послушайте, может, у вас есть какие-нибудь припасы? Еда, лекарства, наши запасы на исходе? Я никому не могу послать в город. Буду рад щедро заплатить. Продать товар. Ну, давайте продадим что-нибудь. Нет, извини, приятель. Ладно, что ж, приходи через пару дней, если будет что. В смысле, кто это? Охотники за головами. Ребята, вам бы отсюда уходить. Ребята, я же не на вас напал.
Что вы творите? Черт. Так, стоп. Где Бренди? А вот. Сволочь. Собака. Я же не хотел вас убивать-то. Кто свидетель? Собаки. Не свидетель. Уезжайте уже. Кто сюда бежит? Я не вижу, кто. Почему сразу нарушение порядка? На меня напали, я оборонялся. Сделали крайне вообще. Все, ушли. Не трогали меня, никто не пострадал, господи. Сами создают все проблемы. Еще бегут. Могут вечно искать. Да я не хотел убивать, я сказал, чуваки, извините, у меня сейчас будет стрельба. Опять вы. Опять двое. Так, что делать? Так, надо дождаться, когда они уйдут, или убить их незаметно. В смысле, а кого ты заметил? Меня же нету. Собаки, а? О, сигарет.
Погнали. С одной стороны, эта штука прикольная. А, у меня же дробовик есть. С другой стороны, лучше пока брать вот этот. Блин, я забыл, что у меня дробовик есть. Я с ружьем зачем-то бегаю. Ну, наверное, я уже не буду здесь этим заниматься. Этим заданием. Сейчас из розыска выйду и сохранюсь. Лагерь разобьем, отдохнем. Вот, отлично. Ну а пока вот давайте на этом мы закончим. Конечно, хотел успеть два сделать, но, блин, нарвался как-то неудачно. Итого, сколько у нас? 32%. О, еще играть и играть.